Здравствуйте, с вами звездный прогноз на канале ENSC49. Мудрецы говорят, тот, кому удастся узнать свой завтрашний день, будет спокойнее чувствовать себя в сегодняшнем. Так давайте узнаем, какое будущее приготовили нам звезды. Овнам 23 апреля стоит проявить осторожность за рулем. Внимательность на дороге никогда не бывает лишней. Тельцы в эту пятницу могут столкнуться с тем, что их никто не понимает, а меньше всех – начальство. Не расстраивайтесь, у вас еще получится найти общий язык. Близнецы, если ваша деятельность должна быть сопряжена с риском, оставьте ее в покое. Всех денег все равно не заработаешь. Раки, в чьих планах стояло украсить квартиру, могут смело реализовывать свои замыслы. Ремонт и обновление интерьера вам по силам. Львы, не бойтесь проявить напористость в рабочих делах. К тому же обстоятельства могут не оставить вам другого выбора. Смелее в бой за свои права. Девы, не привлекайте к своим делам большое количество людей. Помните, что толпа, как правило, затаптывает хорошие идеи. Весам могут наскучить каждодневные трудовые обязанности. Однако все же лучше собраться и в привычном режиме закончить последний на этой неделе трудовой день. Скорпионы, откройте себя творчеству. Наступает благоприятное время для реализации таланта. Стрельцы, ну и денек вас ждет. Все будет просто валиться из рук, все дела будут хромать. Впрочем, не забывайте поговорку «что хромает, то идет». Козероги, не потакайте своему стремлению к роскоши, не делайте крупных покупок и не тратьтесь по мелочам. Копейка, как известно, рубль бережет. Водолеи, постарайтесь не проявлять активности в делах, даже если ситуация будет казаться вам перспективной. Звезды не видят в этом плюсов. Рыбы, ваша любознательность требует новой информации. Познавать окружающий мир окажется интересным занятием. На этом все, с вами была я, Яна Соловьева. Надейтесь на звезды и полагайтесь на себя.